некий подвох совсем небольшой в этом вопросе. И давайте вместе вспоминать по ходу суперфинала. Обязательно буду рассказывать истории и о ходе первых розыгрышей чемпионата страны. А сейчас шикарный, шикарный гол забивает Ян Пилецкий. Точнёхонько в дальний угол, прямиком от штанги. 2-6. Слегка подсластит пилюлю этот гол Яна Пилецкого от поражения.